Так, Женя, иди сюда. Иди скорей. Ты же моя дочь. Ну, Женя, разбежалась. Что такое? Давай еще раз. Разбежалась. Давай. Ну, Женя. Давай, моя хорошая. Ну, Женя, соберись. Давай. Ну. Да что ж это такое? Ну, что за дела, а? Женя, так нельзя. Тебе не стыдно перед отцом? Иди сюда скорей. Давай. Ну, разбежалась. Давай, ну. Так, где дух олимпийский? Давай, Женька. Давай. Близко очень. Давай, моя хорошая, давай. Ну, что, опять попа отяжелела? Так, Женя, давай. Женя, давай. Давай. Ну, давай. Давай, моя радость. Ну, давай, иди к маме скорей. Скорей. Иди ко мне, мальчичка. Иди. Давай. Давай. Ну, соберись, тряпка. Давай, олимпийский резерв. Давай, прыжок. Хоп. Молодец. Ах ты моя умница. С 10-го захода самое оно. Не трогай. Отдай моё яблоко. Молодец. Ну, ничего не скажешь. Молодец. Будущий олимпиец. Что ты сказал? Спортивная очень. Ой, да не то слово. Развитая, умная. Мышцы накачаны, страха нет. Нет, страха нет, мышцы накачаны, сосредоточены. А главное, какая воля к яблоку? Спортивное питание. Да, спортивное питание, совершенно верно. Ты моя умница. Лысые все так хорошо прыгают, Женя. Все, да, все, молодец. Молодец, моя птичка, молодец. Да, обожаю тебя. Сидишь? Ждешь? Идем в ветеринарку. Пошли. Маленькая. Мы пошли. Ну, давайте. Успех. Да. Доброе утро, страна. Доброе утро, зарубежье. Идем с Женькой в ветеринарную клинику делать все положенные прививки. Да, Женя? Она бедненькая, думает, что мы едем на дачу. Мне ее очень жаль. На улице сегодня прекрасная весенняя погода. Солнечно. Ой, в такую солнечную погоду очень жалко собачку подвергать экзекуциям. Сейчас бы только бегать, гулять и читать книжки на земле, которые собачки оставляют друг другу. Но мы идем в ветеринарку. Ну, заодно пусть проверят Женечку, посмотрят, как она, что она. Вон, я смотрю, впереди девушка идет с собачкой. И женщина тоже вон впереди. Все активно делают прививки. Где мы идем с Женечкой, сильный ветер. Волосы так и назад сдувает. Заодно проверим наш лайфхак еще раз. Я думаю, что все хорошо. Вот видите, здесь и салон красоты. Это территория бывшего детского садика. Ну, здесь же и ветеринарная клиника. Слабее со временем. То сильнее, то слабее. То сильнее, то слабее. Да, Жень? Вот. Давайте сейчас я трону. Угу. Мы уже и корм весь переменили. Сейчас. Корм меняли, у нее аллергия на разные корма. Ну, это не с аллергией сейчас. Да, я тоже так думаю. То же самое. Нет, сейчас воспаления нет, поэтому на прививку никак не влияет. Это кто-то слишком много ест. Это, считай, уже похудели. Сиди. Страшно. Будьте здоровы. Ой, спасибо большое. Пришли в ветеринарную клинику, но уже уходим.
Уже все сделали. Все сделали. Уходим, уходим. Да, все хорошо. Помните, я вам в тех видео показывала, что здесь вот такой кот. Это кошка. Сибирская кошка. Посмотрите, какая красота. Она здесь живет много-много лет. Ну все, пойдем, Женя. Ну вот и все. Все процедуры сделали. Теперь можем спокойно идти домой. Через 2-3 дня накапаем на холку от клещей и можно ехать на дачу. Да, Женька? Доброе утро, страна! Доброе утро, зарубежье! У меня взошли томаты. Это сорт супермодель. Ну вот в одном горшочке пусто. Я сажала в каждый горшочек по 5 семян. Это сорт черный кот F1 гибрид. Ну, тоже всхожесть неплохая. Здесь в двух горшочках пока тишина. Будем ждать. А вот это, не поверите, это баклажаны, которые я посеяла 25 февраля. Вот два последних горшочка. Это как раз взошли баклажаны. Ну, все-таки 3 штучки взошли. Было больше, но выжили самые стойкие. Так, ну ладно, ждем дальше. Катаюсь, видимо, мало. Надо разрядить свой самокат, чтобы зарядить аккумулятор потом. Ну все, я поехала. Пока. Ага. Сегодня такая тепло-прохладная погода без яркого солнца. Ну вот заодно еще раз проверим камеру, как она реагирует на встречный ветер. Судя по всему, ветер не проникает в динамик. И, в общем-то, ехать очень комфортно. Я сейчас отправляюсь в фикс-прайс. Хочу поискать досочки, о которых вы мне говорили. Есть одно неудобство в этом самокате. Вот эта кнопка тормоза. И кнопка, когда на нее нажимаешь, тормозит очень резко. Поэтому приходится сначала тормозить задним тормозом ногой, ну, а потом уже окончательно останавливаться, жав на эту кнопку тормоза. Резкая остановка, и это как-то не очень комфортно. Так, я пришла в магазин FixPrice. Что-то как-то я сразу сориентироваться не могу. Все для сада-огорода. Мне здесь что-то надо. Растения завязывать. Аккумулятор холода. Так, нет, вроде мне здесь фонарики какие симпатичные. О, их как много. Так, ребят, пошли по порядку. Ну, раз уж мы пришли. О, смотрите, какая прелесть. А вот это, пожалуй, я себе возьму. Мне интересно глянуть, они одного размера? Или... А тут вообще размеров нет. Артикул. Так, размеров нет. Но мне это надо. Сильные перчатки такие хорошие. Надо взять. Сейчас быстренько с вами пробежимся. В фикс-прайсе есть заборчики беленькие. Ага, вот они, теплые сидушки. Вот эти вот сидушки можно было бы взять на сиденье на даче. Сейчас мы присмотримся с вами к ним. Хорошая штука, даже сбоку на молнии, и стоит всего 55 рублей. Но я на самокате, мне не хочется набирать здесь сразу все. Так, шторы для ванны, нет, это не надо. Носки, колготки надо, колготки надо женские, 100 ден, 70 ден. Вы мне говорили, что у меня колготки не того цвета. Так, я согласна с вами. Это черные, это такого же цвета, это тоже. Ребят, не знаю, какие взять. Вы хоть написали, какого цвета, светлее, темнее. Ага, вот еще какие-то, 40 ден. А там сколько было? Там было 20 ден, ну вот светлые. Блин. Тапочки, носочки. Хорошие какие носочки.
По-моему, сезон тепла уже прошел. Ой, так вообще что, синтетика? Нет, не надо такие. Так, что там? С химией мне ничего не надо? Нет, мне ничего не надо. Так, мужские носки, шапки. Ой, шапки с ушками. А. Жаль, зеркала нет. Хочется посмотреться. Надо найти зеркало и посмотреться. Я, конечно, прикалываюсь. Цвет совсем не мой, к сожалению. Ну, в этом отделе игрушки. Игры для детей. Музыкальный дракончик. Настольная игра «Пчелка в улье». Сколько всего появилось? Посуда кулинара. Вот это да. Маленький кулинар. Вот бы что Маше купить. Сколько стоит? Так. Ага, 99 рублей. Смотрите, какая красота. Всевозможные кухни, плиты, русалка с расческой, бытовая техника. Ути, господи. Вот такой смешной машины. Так. Первым делом самолеты. Ну, а доски разделочные потом. Часы стреляющие нам не надо. Мяч машины. Сколько игр-то? А, вот корабль. Смотрите, сладкая рулетка. Это все равно, что пирог в лицо. Ого. Сколько много разных игр для деток. Так, а это что? Игрушка «Летающий шар». Со светом. Стрелялки-пулялки. Фоторамки. Это что? Это часы. А, так выглядят часики. Сейчас самокат мешает. Фикс прайс, надо ходить без самоката. Вот какие. Очень даже ничего. Ну, вот здесь серенькие. Ну, какие глазастые. В экспрессе есть наколенники, о которых я вам говорила. Очень хорошая штука. Очень хорошая. Всем советую. Взять, что ли, себе еще одни. Только какого цвета? Ну, какая разница, какого цвета? Возьму еще раз вот такие. Так, ребят, смотрите, что появилось. Выдвижной нож с многочисленными функциями и даже запасным лезвием. Вот еще плоскогубцы многофункциональные. Тоже очень много в них всего. Так, я пока положу. Вот такая штучка. 5 штук. В запасе много всего. Так, вот такие плоскогубцы. Вот столько всего у них здесь есть. 55 рублей. Так, и вот такой набор шестигранных ключей. Все под руками. Но фонарей здесь вообще несметное количество. Вот, пожалуйста, велосипедный, передний фонарь на велосипед, автомобильный фонарь, велосипедный передний. Знаете, что мне не хватает для моего самоката? Звонка. Вот такого обычного звонка. Звонок есть, конечно, на самокате, но он очень тихий. Или такой, или такой. Мне вот этот малюсенький понравился больше. Я единственное боюсь, диаметр может не совпасть. Так, так, вот так. Вот здесь такой диаметр, а здесь у ручки вот такой. Поэтому может не совпасть. Ну ладно, я возьму, если что, потом куда-нибудь прицепим. И диаметр здесь не написан, к сожалению. Появился вот такой триммер
для волос, для усов. У Бориса Сергеевича точно такой. Между прочим, хорошая штука. Не знаю, как фикс-прайсовский. Так, две скорости работы. Ух ты, головка даже отклоняется туда-сюда, как угодно. Но вообще эта штука хорошая. Тут тоже триммеры, но такой мне не нравится. О, сумок сколько. Разнообразные сумочки. Ну, вот даже вот такая есть. С блестками. Есть вот такая, 199 рублей. В общем, много всего. Надо заходить, смотреть и выбирать. Так, тряпочки не буду сейчас набирать. Пойдемте искать досочки, о которых вы мне говорили. Люблю этот магазин, здесь народу бывает меньше, ассортимент больше. Ну, если не больше, то точно такой же. Так, кружики, кружики. Контейнер 18.30. Я думаю, это не кружка. Так, ну что, ищем доски. Пока не вижу. Такие формы появились керамические. Чайники. Минажницы. Блюда. Формы всевозможные. Салатники. А досок я здесь не вижу. Разделочных. Сейчас узнаем. Деревянные доски здесь закончились. Здесь их нет. Только вот такие пластиковые. Ну, такие у меня есть. Ну, видимо, здесь все уже разобрали. Не знаю, поеду я в другой фикс-прайс или нет. Что-то мне не хочется. Посмотрим. Зашла сейчас в магазин «Фамилия». Хотела посмотреть себе куртку для катания на самокате вот в такую погоду. Потому что, ну, пальто мне жалко. Оно у меня получается на все случаи жизни. И оно длинное, в нем кататься неудобно. Ничего я фамилии не нашла. И сейчас отправляюсь в магазин «Клен» за деревянной доской. Я остановилась на мосту через Яузу, чтобы посмотреть на уточек. Ну вот они, симпатяшки. Как здорово, что у нас есть эта зона отдыха, правда? А, говорю правда, как будто живете вы в этом же районе. Чайки здесь тоже кормятся. Я пришла в торговый центр «Клен». Ну, сейчас поищем здесь доски. Ну, вот и магазин «Дом Маркет». Посмотрим. Сейчас зайдем. Так, мы нашли, где доски. Вот такие здесь доски. Вот 399 рублей. Доска разделочная круглая. Так, ребят, не вижу диаметр. 24 на 1 сантиметр. Но 1 сантиметр это мало. Хотелось бы потолще. Сейчас поищем. Такая огромная доска. 599 рублей. Ну, здесь цены другие, прямо скажем. Так, это 499. Но мне нужна круглая и овальная. Ну, и даже есть вот такие доски. Ну, то, что мне надо, я здесь не нахожу. Господи, опять не нахожу. Так, бамбук.
Это бамбук для хлеба. Ну, ребят, это не то. Так, ой, какая хорошая. Большая, с уголочками. Ну, мне нужна круглая и овальная. Да что ж это такое? Ну, вот такая, 399. Ну что, придется взять такую. Но она довольно-таки симпатичная. Ну ладно, возьму эту. Ну, овальных нет. Есть вот такие конусовидные, треугольные, но не овальные. 400 рублей. Ну, тоже жалко, конечно, 400 рублей. Ну что, ходить искать в Фикспрайсе? Нет ничего. У меня даже мои доски поизносились, понимаете? О, какая красота! 599. Так, ладно. Возьмем этот овал. А какой взять? Потемнее или посветлее? Ну, мне, например, нравится потемнее. Так. Очень симпатичные. Очень симпатичные. Скажет, ну теперь будешь выбирать доски. Бери и иди. Ты хорош нам голову морочить, да? Вот какая потемнее. И это хорошо, и это хорошо. Так. Так, вот выбираем из этих двух. Тетя Люба, не выноси мозг, но они практически одинаковые. Так, переворачиваем. Переворачиваем. Ну ладно, берем вот эту. Все, выбрали. Поехали со мной. Я увидела акцию на разделочную доску 25 на 20 на полтора. 249 рублей бамбук. Вот такая. Бамбук. Так, а здесь акции нет. Есть акции только на светлые. Ребята, посмотрите, как интересно. А на темные акции нет. А, ну здесь и размер другой. 28 на 20 и на полтора. Ага. А, ну понятно. Да. Она чуть побольше. Темненькая. У меня, кстати, бамбуковая тоже очень долго служит. Очень-очень долго. Ой, какая красивая. Ой, какая красивая. Я их выбирать не умею. Совсем. Полтора сантиметра хорошая толщина. А давайте вот эту возьмем. Ну, смотрите, какая прелесть. Так, смотрим с этой стороны. И покупаем. Все. Выбрали. Какая красота для декора. 79 рублей. Это, ребят, плетеные. Очень симпатичные даже. Это обычные. Это подносики. Да. Вот это нравится. Поднос ретро. Деревянный. Еще 385. Но подносы мне не нужны. Я решила заехать в магазин Виктория и посмотреть, какие доски в продаже имеются здесь. Зайдя в магазин Викторию, я увидела только бамбуковые доски за 299 рублей. Но мне такой размер не подходит. Мне нужно побольше. Но это маленький магазин Виктория. Возможно, в большом магазине ассортимент намного больше. Решила купить соль. Вот такая цена у нас на соль в Виктории. Взяла морскую крупную. Вот это вот удивило. Постная. И вот это постная. Это все соль. Соль у нас постная. Так, я смотрю, упаковка базилик красный. 119 рублей. Ребят, это нормальная цена, да? Это нормально? Красный базилик 119 рублей. Я не знаю.
Нет, вдруг печь буду позже, сейчас пока не возьму. Я вышла из магазина, как-то очень сильно похолодало, и ветер сильный. Нельзя было мне покупать электрический самокат. Ой, я его превратила в транспортное средство по перевозке продуктов. Ну, а сейчас возвращаемся домой.